Принял, потому что в Вильнюсе последний раз был 16 лет назад. Конечно, было интересно посмотреть, что здесь изменилось за эти годы. И большое спасибо всем вам. Я несколько обалдел, видя такой большой зал, войдя, потому что, конечно, в Москве не каждое мероприятие собирает такое количество зрителей и слушателей. Я надеюсь, что мы сегодняшний вечер проведем с взаимной пользой. То есть и вы что-то от меня узнаете, и я смогу в это время очень короткого визита, к сожалению, не могу остаться дольше одного дня, но смогу понять, чем дышит общественность здесь. Тем более, что Литве в России вспоминают редко, но сейчас как раз вспоминают. Наверное, это почувствовали. Я, наверное, коротко выскажусь на ту тему, которую организаторы заявили, собственно, по моей инициативе, а потом, наверное, проще перейти к интерактивному режиму, потому что тема гигантская, она имеет массу ответвлений, и, так сказать, что конкретно из этого интересует, вам виднее. Я помимо того, что уже 11 лет возглавляю журнал «Россия в глобальной политике», я последний год еще занимаю общественную должность председателя Совета по внешней оборонной политике, известного также под аббревиатурой СВОП. Это старейшая в России неправительственная организация в области международных отношений. Ей исполнилось в прошлом году 20 лет, и на протяжении предыдущих 20 лет ее возглавлял бессменный Сергей Караганов. Сейчас вот, значит, у нас произошла смена караула, и мы пытаемся по традиции слов, который в свое время имел программы и связанные с странами Балтии, потом, правда, как-то это ушло на периферию, но, среди прочего, мне кажется, это сейчас довольно важно возродить. Наша тема – это Россия и страны Балтии в меняющейся Европе. Как нельзя более точно отражает ту информационную повестку дня, которая сейчас нас окружает. Через месяц, да, ровно через месяц, здесь в Вильнюсе будет саммит Восточного партнерства, на котором так ожидается, и скорее всего уже теперь так и произойдет. Украина подпишет соглашение об ассоциации с ЕС, который будет включать, как там называется, глубокую всеобъемлющую зону свободной торговли. Это событие, конечно, довольно сильно раздуто, что ли, ну, перегрели атмосферу и в Европе, и в России вокруг этого. Ну, мы очень любим усматривать всякие очередные геополитические сталинграды в любых даже достаточно бюрократических явлениях. Но, конечно, это событие знаменует собой довольно существенную веху в развитии российско-европейских отношений и веху в развитии постсоветского пространства. Украина на протяжении многих лет, собственно, с момента обретения независимости, находилась в центре таких полей, что ли, притяжения и полей напряжения. Одно поле, связанное с Европой, с Европейским, точнее, с Европейским Союзом, потому что, естественно, Европа и Европейский Союз это не одно и то же. Второе поле – это то, что на протяжении этих лет декларировала или пыталась воплощать в жизнь Россия. И, ну, наверное, по естественным причинам вот этот вот украинский вопрос, он стал, впитал, что ли, все главные противоречия, которые существовали и, наверное, продолжат существовать в Большой Европе. Почему именно сейчас происходит вот это вот решающая битва? Ну и, по крайней мере, принимается окончательное решение о направлении движения Украины.
В общем, по вполне понятным объективным причинам. Украина на протяжении всех этих 20 с лишним лет занимала для себя, наверное, очень выгодную рациональную позицию, предпочитая не делать никакого выбора и маневрировать между теми центрами силы, которые существуют, пытаясь извлекать выгоду из отношений с теми и с другими. Этим, в общем, занимались все украинские лидеры, за исключением президента Ющенко, но, собственно, президентство Ющенко, оно стало некоторым таким странным недоразумением. И до поры до времени это можно было делать. Скажем так, Украине позволяли это делать. Сейчас наступил момент, когда по разным причинам от Киева потребовали сделать выбор. Причем потребовали и с той, и с другой стороны. Первыми это начали европейцы, потому что когда зашла речь о возможных альтернативах, то есть когда уже Россия выдвинула идею таможенного союза, председатель Европейской комиссии Барозу сказал четко и ясно, никакого совмещения, никакого сочетания двух этих вариантов быть не может. Украина должна выбрать или-или. Если вы идете в таможенный союз, то простите с Европой. Российская позиция изначально была менее жесткой, то есть говорилось о том, что мы можем искать формы взаимодействия даже вот таких более сложных. Но коль скоро Евросоюз это отверг, то, в общем, позиция России тоже ужесточилась и было сказано, что раз вы идете туда, то, извините, тут уже на этом все особые отношения между Москвой и Киевом заканчиваются, и торговля будет уже на принципах ВТО, а не на тех особых принципах, которые были. В общем, это, наверное, естественный процесс, но просто в условиях такой имманентной, внутренней, что ли, неудовлетворенности друг друга между Россией и Европейским Союзом, это превратилось в очередную схватку с применением разных средств, выкручиванием рук. Заканчивается она, судя по всему, поражением Москвы, то есть Киев, по причинам, которые, как мне кажется, на Украине не вполне четко осознают, вернее, последствия этого выбора там не вполне четко осознают, но выбор этот сделан, вероятно, как в ближайшие пару недель наконец-то отпустят на лечение Юлия Тимошенко, и на этом, собственно говоря, препятствия снимутся, и 28 ноября здесь, в Вильнюсе, будет подписан этот исторический документ. Что это означает для отношений России и Европы, и в частности для конкретно российско-балтийской ситуации? Рискну сказать, что на деле ничего. Потому что вот этот вот раш, азарт борьбы, который происходит каждый раз, когда встает вопрос о некоем установлении некой линии, он закончится, ну потому что все, вот, решился вопрос. Ну что ж, да, Россия, безусловно, изменит систему отношений с Украиной, торговых отношений с Украиной, то есть все преференции будут отменены. Что будет дальше с украинской экономикой, мы не знаем. Возможно, они смогут адаптироваться, возможно, это повлечет за собой довольно большие потери, но это, что называется, тот выбор, который они делают. Что касается Европы, то Европа в данном случае ничего не теряет, потому что задача интеграции Украины не ставится и не будет ставиться в ближайшие, я думаю, лет 25. Помогать Украине переживать те трудности, которые будут, никто не собирается. А, собственно, с какой стати? Вам предложены некие условия, вы их приняли, ну, теперь давайте вот, конкурируйте, адаптируйтесь. Евросоюз при этом, безусловно, выигрывает, потому что в условиях того кризиса, который он сейчас переживает, ему очень важно показать, что он остается очень мощным, привлекательным, притягательным магнитом для других стран. И это соглашение, оно, так сказать, сажает Украину в некий институциональный крючок, когда она уже вроде как обязалась выполнять некие нормы и правила Евросоюза, но при этом в ответ ничего в обозримой перспективе ничего не получает.
членство уж точно не получает. Ну и, собственно, все. И европейцы продолжают заниматься своими внутренними делами. И через какое-то время, через несколько лет, я думаю, мы увидим новую модель европейской интеграции, построенную на каких-то других принципах. То есть, на мой взгляд, очевидно, что вот система формального равноправия стран-членов не устоит, потому что в условиях, очевидно, вот размежевания по группам, по категориям, это будет как-то институционализировано. При этом сам Евросоюз, конечно, никуда не денется, и в России очень модно рассуждать о том, что он сейчас развалится и исчезнет, как Советский Союз. Я думаю, что не развалится и не исчезнет. Конечно, он будет оставаться, но он будет уже другим. А дальше возникает вопрос, во-первых, каким он будет, потому что для России это очень важно. При всех сложностях и недоразумениях, которые между нами возникают, Россия по-прежнему, вернее, Евросоюз по-прежнему является крупнейшим торговым партнером России. Культурная ориентация России, русских людей, живущих на территории Российской Федерации, на Европу никуда не денется в сколь-нибудь обозримой перспективе. Но от того, каким будет этот Евросоюз, как он будет функционировать, конечно, многое зависит. Потому что если принципы изменятся, то, соответственно, к ним как-то надо будет приспосабливаться. С другой стороны, и это вот важно, на мой взгляд, в частности для стран Балтии, то, что часто в Европе, в Америке, на Западе воспринималось как некая конъюнктурная игра России, а именно заигрывание с Китаем, с Индией, разговоры о многополярном мире, это часто воспринималось как некая реакция на неудачи в отношениях с Западом, что вот Москва мог хочет продемонстрировать, что вот вы нас не уважаете, а заодно, ну и ладно, у нас есть другие важные друзья. Так, наверное, было в определенные периоды, но сейчас то, что происходит между Россией и Китаем, то, что происходит на азиатском направлении, совсем другое по качеству. Поскольку Россия с большим опозданием, но все-таки поняла, начинает понимать, что в 21 веке признаком великой державы, крупной страны, которая влияет на существование, на функционирование мира, является присутствие и роль на Тихом океане в той же степени, как там, 300 лет назад таким признаком было присутствие на Балтийском море или на Черном. И без вот этого позиционирования в Азии, куда совершенно очевидно перемещается фокус мирового стратегического внимания, и политического, и экономического, и даже, может быть, со временем культурного, вот без четкого понимания, что мы там можем сделать и какую роль мы там можем играть, Россия свой статус как важного мирового игрока просто не сохранит. Это крайне сложная задача, потому что так уж вышло, что на протяжении многих, даже не десятилетий, а столетий, Россия смотрела на мир сквозь западную призму, сквозь европейскую призму. Сейчас призму надо менять. Мы пока это делать не умеем. Первая задача – это развитие Сибири и Дальнего Востока, которые в силу, опять же, ну, разных обстоятельств, явно самая слабая, что ли, часть территории России, хотя именно там расположено большинство наших ресурсов. Вот эта вот комплексная стратегия развития азиатской части России плюс какой-то выбор ниши на арене тихоокеанской, азиатско-тихоокеанской политики, вот это будет занимать все больше и больше места в умах российской элиты. Это не означает, что Россия там отворачивается от Европы принципиально. Просто система приоритетов, на мой взгляд, будет меняться. Во всяком случае, будет предпринята такая попытка. Поскольку впервые в нашей истории культурная ориентация и политико-экономическая ориентация
они начинают расходиться. Всегда они совпадали. Культурная ориентация на Европу совпадала с экономической и стратегической направленностью в ту же сторону. Сейчас это начинает меняться именно по той причине, что культурно мы остаемся Европой, а вот политика экономическая приходится смотреть в другом направлении. Это огромный вызов для России. К сожалению, пока надо признать, что разговоров больше, чем дел. Что делать и как делать, никто толком не знает. Проект тот самый, с которого мы начали, проект таможенного союза, который должен превратиться в Евразийский союз, изначально вообще был не о том. И слово «евразийский» в нем было довольно таким произвольным. То есть, конечно, в начале, когда все это развивалось, имелось в виду, что главная цель, что ли, этого проекта – это Украина. И с Украиной это был, в общем, не очень Евразийский союз, это был Европейский союз, но только другой. Но теперь, если Украина уходит в другую сторону, то тогда, собственно, куда ему расширяться? Ему расширяться только туда. Но следующий вопрос возникает, за счет кого? Потому что, глядя, скажем, на общественное настроение в России, которое мы наблюдаем в последнее время, особенно в последние пару недель, в связи с событиями на юге Москвы, официальный приоритет государства российского заключается в том, что, например, такие страны, как Кыргызстан и Таджикистан, должны вступить в таможенный союз. А вот приоритет общества, по крайней мере, в крупных городах, ровно противоположный. Говорят, что нам вообще этих людей не надо, не хотим мы. Давайте визы введем, отгородимся, чтобы о них забыть. Это новая ситуация, потому что, как правило, вообще внешнеполитические решения в России обществом не обсуждается, они как принимались как данность. Общество соглашалось с тем, что государство имеет право формулировать свою внешнюю политику, и это его прерогатив. И вот сейчас впервые это одно с другим сталкивается. И я не знаю, что возьмет верх. То есть мне так кажется, что в конце концов возьмет верх общественное настроение, а не государственно провозглашенный приоритет. Ну а тогда возникает следующий вопрос, тогда Евразийский союз с кем? И как вообще в рамках этого новой евразийской ориентации, как будут складываться отношения с Китаем, будем мы от него отгораживаться, будем мы с ним кооперироваться, или и то, и другое одновременно, что тоже бывает. Как бы то ни было, Европа в новую, вот, по крайней мере, на следующем этапе, который я не знаю, сколько продлится, Европа становится тылом, что ли, для России. То есть тылом, от которого главное не ожидать оттуда каких-то подвохов, ударов, что ли, неожиданно. Но это не направление стратегического внимания. Опять же, это новая ситуация. Безусловно, та инерция восприятия, которая существует, и которую мы наблюдаем, в частности, в полный рост в отношениях между России и странами Балтии, она долго никуда не денется. Слишком много всего за историю накопилось, чтобы поддерживать вот этот вот огонек взаимного интереса, как правило, негативного характера. Но, тем не менее, чем больше усилий интеллектуального внимания будет направлено в противоположном направлении, тем все-таки ниже будет накал, как мне кажется, вот того, что происходит в эту сторону. Тем более, что Европа превращается в мировую периферию не только для России, но, скажем, и для Соединенных Штатов. Это не значит, что Европа теряет значимость, но в системе приоритетов Америки, какой она будет, какой она есть сейчас, и особенно какой она будет в ближайшие несколько лет или десятилетий, а я думаю, что это тоже будет очень меняющаяся общность. Уже видно, что как неожиданно, неожиданно действует или не действует Америка. Так вот, для нее тоже в Европе вызовов-то особых нет, и того, что привлекало внимание. Все они в других частях мира, опять же, в Азии, прежде всего. И здесь вот как-то мы оказываемся в совершенно новой ситуации. Когда Владимир Путин стал президентом, еще в первый раз, много лет назад, уже теперь,
он же был действительно искренне настроен на то, чтобы достичь в отношениях с Европой качественно другого уровня. То есть буквально пойти на интеграцию настолько, насколько это возможно. Если вспомнить, например, вот 10, ровно 10 лет, чуть больше уже, иракская кампания, когда Запад раскололся, и Россия в какой-то веке оказалась не против Запада, а с одной частью Запада против другой части Запада. Вот тогда, поддержав Германию и Францию в их противостоянии американской операции, Путин, который изначально вообще не собирался этого делать, он, первоначальная реакция, вообще говоря, России на подготовку американцев к войне, была примерно такая: ребята, вы делаете чудовищную глупость, но это вообще ваше дело, хотите — валяйте, потом пожалеете. То есть Россия не собиралась ввязываться по этому поводу в диску с Америкой. Ввязалась она, собственно, по настоятельным уговорам Жака Ширака. Ну и пошел Путин на это, понимая риски, потому что конфликт с Соединенными Штатами, есть конфликт с Соединенными Штатами, это не последняя страна. Понимая риски, но он все-таки считал, что это поможет вот убрать эту ментальную границу между Россией и Европой и сделать, наконец, шаг к подлинному объединению. А объединение он видел как сочетание преимуществ. У одних есть, у нас есть сырьевая и прочая база, у вас есть технологический и интеллектуальный задел, если это объединить, то будет мощнейшая Европа. Но не вышло. По целому ряду причин не получилось. И в результате, спустя 10 с небольшим лет, мы оказались в ситуации скорее отчуждения, такого ментального и морально-нравственного отчуждения при растущих экономических связях, но они не переходят в новое качество политическое. И, наверное, не перейдут, если так пойдет дальше. А плюс добавилась вот эта вот переориентация в другую сторону. Опять же, не потому, что Европа плоха, а потому, что вот так вот складывается, что там важнее. И как будут строиться отношения в следующие годы, я не знаю, потому что, мне кажется, и Россия, и Европа сейчас вступили в период очень тяжелых внутренних трансформаций. Ну, с Евросоюзом более-менее понятно, что это вот именно тот самый поиск новой модели интеграции, которая нужна, взамен блестящей и успешной модели второй половины 20 века, которая просто, она выполнила свою историческую миссию и себя исчерпала. А Россия со своей стороны, вообще говоря, ищет такую, можно сказать, новую идентичность, потому что советское закончилось. Как бы мы к нему ни относились, но советское все закончилось, мы его переработали и проели, грубо говоря. А сейчас нужно что-то другое, а вот что никто понять не может. И в ближайшие пару лет, примерно вот одно время и для Европы, для того, чтобы понять, какое она будет, и для России, для того, чтобы попытаться понять, на чем мы дальше будем строить наше здание государственное. Вот эти годы, наверное, будут решающими. Каким мы выйдем из этого переходного периода. А дальше, либо, что я не исключаю, может быть, наконец осознание того, что все-таки, несмотря на все расхождения, в вот этом огромном глобальном и совершенно непонятном мире 21 века факторы, сближающие Россию и Европу, они больше перевешивают разделяющие. И во многих смыслах это так и есть, в экономическом, в культурном и так далее. А может быть, наоборот, вот тогда мы окончательно поймем, что Россия меняет свою траекторию и начинает двигаться в том направлении, которое... Кстати говоря, в России имеется такая культурная традиция, интеллектуальная традиция, что мы все-таки от Европы отдельны. Просто раньше эта отдельность имелась в виду, что мы совсем отдельны. А теперь, я боюсь, эта отдельность уже больше мы отдельно от Европы, но мы вместе с Азией, ну, с какой-то Азией. Ну, а Европа, допустим, просто окончательно смирится с тем, что
глобального игрока не получилось, и остается только прилечь и задремать под стратегической сенью Соединенных Штатов, что, наверное, не худший выбор, хотя и не совсем то, что хотелось в конце 20-го, начале 21 века. Вот, я думаю, что на этом я свое введение закончу, а дальше, пожалуйста, давайте обсудим все, что вам интересовало. Ну, мы привели к тому, что вообще, значит, Россия время от времени, так сказать, испускает из себя некие культурные какие-то такие всплески. И потом Европа каким-то образом это ассимилирует, либо отторгает. Но вот сейчас Россия пытается вести более-менее такую внятную, активную внешнюю политику. Что собирается транслировать? То есть какие внутренние потенции Россия собирается транслировать на Запад, на Восток? И вообще в глобальном мире, как нечто определяющее, какую-то свою силу, которая вот, чтобы Европа каким-то образом это самое манировала, усваивала. Это одно. Ценности и вещи, которые, в принципе, мы могли бы, значит, Россия могла бы экспортировать, наверное, на европейский рынок. Это первый вопрос. Второй вопрос — военный аспект всего этого дела. То есть то, что интересует сейчас главным образом, то есть всех, собственно, все эти активные проявления Путина в связи с Сирией, они показали, что есть некий потенциал. Что дальше? Что еще можно кому и о чем сказать? Так, ну по поводу того, что собирается транслировать, так как тоже вы знаете, то мы беда, что мы сейчас как раз не знаем, что мы хотим транслировать. Я вот об этом попытался в конце сказать, что некая рамка, что ли, концептуальная, которая пережила Советский Союз, она Советский Союз не стала, она еще существовала, затухая. Но сейчас она полностью исчерпана. И то, что происходит сегодня, вот в данный момент в России, буквально в этом году, и, наверное, еще будет какое-то время происходить, это такая странная немножко, но, в общем, понятная попытка проделать то, что 20 лет назад проделала Восточная Европа, а именно перекинуть мост от сегодняшнего тому, что было до. Что происходило в странах Балтии после распада Советского Союза? Восстановление государственности, которая была утрачена там, во время Второй мировой войны. Ну, там, с разными проявлениями это. Потом, и это было не только в странах Балтии, это было, собственно, если вспомнить, вот самое начало 90-х, то и в Польше, и в Венгрии, и в Словакии были очень разные такие всплески, неожиданные. Потом все эти страны как бы были поставлены на правильный рейс движения в Евросоюз, и дальше уже все пошло более-менее порядочно. Вот Россия сегодня в каком-то смысле пытается найти вдохновение в том, что было до советского. Ну, при той разнице, что дистанция, конечно, качественно больше, и носителей того, что было тогда, не осталось. Если посмотреть, кого цитирует Путин в своих выступлениях сейчас, он цитирует там, Константина Леонтьева, Гумилева, Солженицына. Может, это читают его помощниками? Помощники, безусловно, читают, но Путин не тот человек, который просто зачитывает то, что ему подсунул. Конечно, помощники читают то, что они, как они чувствуют, ложится в настроение лидера. В России очевиден такой консервативный тренд, традиционализм. И в каком-то смысле это попытка заполнить вот тот вакуум, который остался после окончания всего советского идейного багажа. Собственно, если послушать все эти рассуждения, которые сейчас звучат, вот мы Россия, которая хранит ценности, христианские ценности, вот мы себя позиционируем как настоящая Европа. Не та Европа, которая сейчас в Европе, значит, ушла куда-то непонятно куда, в либеральном направлении под флагом защиты любых меньшинств. А вот именно та Европа, которая была здесь, там, не знаю, 50 лет назад. Ну,
На мой персональный взгляд, это, конечно, не станет основой, потому что страна-то нетрадиционная при этом, общество нетрадиционное, и религиозность не навяжешь обратно, как это было 100 лет назад. Но это вот первый шаг в поисках. И те эксцессы, которые мы наблюдаем, иногда довольно противные, как с одной, так и с другой стороны, как ультралиберальные, так и ультраконсервативные, это некое нащупывание вот того нового средней золотой середины между традицией и, так сказать, инновацией, современностью, которая, я надеюсь, приведет к формированию именно вот новой ценностной базы. Пока ее нет. Ну, Валдайская речь Путина. Валдайская речь Путина. Ну, да, Валдайская речь Путина – это тоже попытка в этом направлении. Именно так, попытка в этом направлении. Попытка подойти с консервативных позиций к некоторым либеральным выводам. А именно, что человек важнее государства. Что для России, как мы знаем, ну, в общем, сенсация. У нас, как всегда, был наоборот. Но это, я говорю, это только вот самое начало. Потому что мы только-только осознали, что все, советский багаж больше никуда не используешь. Значит, что касается потенциала в Сирии явно не военный потенциал, в Сирии явно потенциал дипломатический. И на самом деле успех России в Сирии связан, помимо, ну, при том, что действительно это было, кому-то озарила гениальная идея, которая в Сирии решила, на какое-то время решила для всех проблем. Но прежде всего это связано тем совершенно катастрофическим положением, в котором находится политика Соединенных Штатов и Европы. Потому что то, до чего дорулились американцы и европейцы по Сирии, это такой невообразимый абсурд, что тут уже, что называется, не надо быть 7-5 во лбу, чтобы предложить хотя бы на основе здравого смысла нечто и выглядеть, как вы видите, что, собственно, и произошло. Потому что понять, чего хотят американцы, и, ну, европейцы вообще уже ничего не хотят, и их нету. К счастью, видимо, для них. Но чего хотят американцы на Ближнем Востоке, невозможно. Ну, просто невозможно уже. Мне кажется, что это первый шаг к тому, что они вообще оттуда будут уходить и пытаться, значит, обходиться без этого региона. Так что Россия показала, что у нас еще есть потенциал, некий интеллектуальный потенциал дипломатический. У нас министр иностранных дел, который, на мой взгляд, является на сегодняшний день самым изощренным профессионалом в мире просто, ну, в силу опыта, в силу возможностей, способностей. Но это, вы правильно спрашиваете, а что дальше? А дальше, конечно, возникает гораздо проще занимать позицию строгого отторжения всего, как мы занимали 2,5 года, и пожали в итоге ее плоды, тем самым, ну, поскольку Россия оказалась самой последовательной из всех. И благодаря чему смогли сделать это предложение. Но дальше, когда ты что-то предлагаешь, то тут же на тебя возлагает за это ответственность. То есть надо уже что-то делать, чтобы этого добиться. Здесь сложнее. Я думаю, что конкретно по вопросу химического оружия этот вопрос, его решат при всех там военно-инженерных проблемах. А вопрос Сирии не решит никто. А вот Россия, насколько она готова, было это однократное озарение, или это теперь, наконец-то, новый этап, когда мы начинаем выходить с некими идеями и их реализовывать, а не просто говорить, что вы все дураки, потому что вы делаете непонятно что. Вот это пока непонятно. Вообще, подход Путина, если разобрать вот, ну, его специфический стиль и очень такую боевитую риторику иногда, подход Путина очень осторожный. Он исходит из того, что вообще непонятно, что происходит. И любое бездействие без крайней нужды, оно лучше, чем действовать. Потому что вот эти начинают действовать, американцы, и вот что они получают. Опять же, это не может продолжаться долго. Это не стратегия, это тактика. Тактика на данный момент достаточно правильная, но скоро, я думаю, придется уже, поскольку на горизонте начинают вырисовываться какие-то новые контуры мира, вот там уже придется вносить предложения, отвечать за их реализацию. Я надеюсь, что у России потенциал этот есть пока еще. Хотя не всегда он проявляется. Интересно, кстати, что вот на глобальной арене, при том, что, конечно, Россия давно уже не Советский Союз, никогда им не будет,
Но все равно, вот, что называется, как в старом фильме, руки-то помнят. Вот на глобальном уровне у нас удается гораздо больше, чем на локальном. Потому что отношения с соседними странами выстраиваются гораздо сложнее и иногда с абсолютно противоположным результатом, чем вот какие-то большие международные комбинации. Вот мне бы хотелось, я надеюсь, что сейчас наступает момент, когда Россия вот эти свои умения научится проецировать и рядом, а не только на Ближнем Востоке.